дорогой я выйду с сил. И в доме лесникая ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Как я дома буду, некой я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Что? Как я дома путаника, я ни в чём не откажу. Я ни в чём не откажу. Я ни в чём не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Будь как дома, путаник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Великолепно, ну просто, лучше не бывает. Просто трэш, ребята. Мне понравился, вам. Надеюсь, вам понравилось, реально. Кстати, оставите тогда коммент под этим стримом, когда он превратится в видос. Это будет буквально через пару минут. Как только закончится стрим, он сразу превращается в видео. Да, прямо как карета в тыкву. Ну так вот. Будет классно, если вы оставите там свой коммент. Вы знаете, что я люблю комменты читать. И чем больше, тем мне интересней. Так что давайте, пишите туда, что хотите. Ну, только знайте, что я прочитаю, да. И ник запомню. Да, забанить могу. Ладно, это уже другие истории.